Так, друзья, всем привет, заехал на яму. Загудела гофра, вот так вот она работает сейчас. Я, короче, в общем, уже лазил на эту яму, убедился, что это гофра. И пока делать желания и возможности нет, купил, короче, вот такую термо какую-то хрень. Как она называется? Термолента, в общем. Там с стекловолокном и так далее. И в комплекте шли вот такие вот 5 хомутов. Стоила она рублей 500 за 10 метров. И хочу ею обмотать эту замечательную гофру. Ну, во-первых, посмотрим, насколько хватит. А во-вторых, что из этого получится. Как-то так. Погнали в яму. Надеюсь, там не сильно грязно. Сейчас чуть поостынет. Полезем туда. Не, воды до хера вон. Ну ладно, как-нибудь что сделаем. Так, друзья, собственно, обмотал. Метров, наверное, 6 точно ушло. Даже, может, чуть больше, 2 слойчика. Сейчас посмотрим, что получилось. Так, сначала заведем. Она, по идее, должна обгорать сейчас начать. Потом спущусь, покажу вам, что получилось. Заодно по контролю. Ушел с Богом, как говорится. Так. Ну, потише стало. Пердящий звук стал, но он, в принципе, тихим и не было никогда. Как снизу все выглядит. Еще заметил, вот эта защиток стучит. Надо ее сейчас как-то прикрепить. Окей. Что такие пироги, сколько прослужит, расскажу потом. Ну или допишу видос, его сразу же не буду выкладывать. Сегодня у меня 13 июля 23 год. Давай. Все, перемотал. Ну, чуть-чуть потише стало, блядь, но для успокоения души сделал, окей. Ладно. Короче, я все 10 метров сюда обмотал. Чуть-чуть газани. Все, окей. Окей, нормально. В общем, вот так. Так, ну что касается, когда в машине сидишь, то есть, ну, прямо стало реально тише. Да? Прямо реально тише. Глушитель работает как надо после этой обмотки. Раньше все равно было, конечно, слышно, когда он подпердывал немножечко. Все мягенько, отлично все работает. Все, теперь точно все. Всем пока. Ну, 3 дня уже прошло, вся эта фигня обгорела, воняла, короче, очень сильно. Но сейчас вроде норм. Прямо очень тише стало, даже она тоже заметила. Особенно по трассе едешь. В соседний город гоняли. Прямо очень тихо. Она, по-моему, даже когда я покупал ее,
давно-давно, блин, такого не было. Ну, бэушный брал. Пробег был 70, сейчас уже 130. 60 тысяч, можно сказать, что накатано, блин. Реально тихо стало. Не знаю, только надолго ли. Но, скорее всего, ненадолго. Надо будет потом менять. Но мне было интересно поэкспериментировать. Работает, не работает и насколько хватит. Обмотал в три слоя. Вот видите, все. Никакого рычания нет. Окошечко, если закрыть, вообще тишина в машине. Теперь слышно стало колеса, когда катится. Как резина шуршит. Так что способ работает, но хватит, скорее всего. Не знаю, мне кажется, тысячи на 3-4, если хватит, то окей. Типа лента там рублей 500 стоит, 10 метров. Все 10 метров туда вмотал, три слоя получилось. Все на этом. Есть вопросы, пишите в комментариях. Но думаю, такой фигней заниматься не стоит, только что, ну, временный ремонт. Выводы сделаем позже, подписывайтесь на драйв. На драйве потом, как прогорит, пост обязательно будет. Как начнет она там попердывать опять весело. Как шум дополнительный появится, я все равно пост выложу, сделаю. Все будет.